Добрый вечер всем. Я представляю проект «Дизельмаркет». Я основатель, меня зовут Дмитрий Агафьев. Решается задача удешевления затратного топлива для коммерческих перевозчиков, скажем так, сегмент B2B. Если посмотреть на текущее состояние дел, то на сегодняшний день заправка автомобилей топливом возможна в основном по топливным картам, которых достаточно большое множество, и собрать достоверную информацию о фактических ценах, по которым заправляются транспортные компании, практически нереально. Объем данных слишком большой, и у каждого эмитента топливных карт, по сути, свой массив цен. Мы разработали систему, которая позволяет объединить всех поставщиков в одной IT-системе, которая будет выбирать не только лучшие цены, но и выстраивать оптимальный маршрут, и в итоге транспортная компания получит минимальную стоимость перевозки. В конечном итоге это самое важное. Если говорить о наших конкурентах, то аналогов подобной онлайн-биржи на сегодняшний день нет. И, возможно, она будет в своем роде уникальна. Если говорить о финансовой модели проекта, естественно, резонный вопрос, откуда деньги. Деньги возникают, естественно, за оборот на стороне АЗС. То есть, естественно, продавец обычно должен платить за то, что он участвует на рынке. Но комиссия справедливая, она небольшая. За счет того, что АЗС устанавливает прямую цену для транспортных компаний без посредников, возникает как раз вот эта огромная экономия в рамках страны. Если говорить о потенциале охвата рынка, то 10% прогноз касается именно по привлечению по обороту топлива. Потому что по количеству грузовиков это будет менее 1%. То есть, скорее всего, будут заправляться те грузовики, которые в основном потребляют наибольшее количество топлива на дальнем магистральном уровне. На сегодняшний день проект действует в рамках России и сопредельных государств. Создана процессинговая система, которая работает, и следующим этапом необходимо немножко преобразовался сам по себе слайд, но речь идет о том, что нужно доделать IT-настройку и углубить продажи на рынке России, дальше масштабироваться по регионам Евросоюз, дальше другие рынки мира. Команда проекта обладает всеми необходимыми компетенциями для решения задач данного проекта. Команду, поскольку проект инновационный, то в основном основной акцент сделан именно на научную и научно-практическую составляющую. Используются достаточно сложные логические алгоритмы для того, чтобы решить оптимальное построение именно с точки зрения затрат. Мои контакты. Это прям очень кратко. Просто на репетиции было так все длинно, тут бац, как так все сжало, мне кажется, как краткий страда, ладно, Кирилл сейчас сказался, это самый профессиональный вопрос. Первый вопрос, собственно, кто вы думаете будет в этот проект инвестором? То есть бизнес-идея для инвестора. Если говорить о полной модели, это имеется в виду модель для России и СНГ, инвестор может классифицировать инвестора, например, по тому, кто хочет инвестировать в IT, или, скажем, нефтянка, скорее, здесь нефтянка меньше присутствует, все-таки это высокотехнологичный и инновационный именно IT-проект, это чисто digital, то есть никаких нет офлайн вещей, за исключением там, допустим, каких-то манипуляций на самой ЗС, но это уже передается в принципе полномочий самой ЗС. А сама структура это по сути чисто код программы. Поэтому здесь инвестор, скорее всего, будет из той среды, которая понимает, как будет расти капитализация именно IT-проекта. То есть это, конечно, любой IT-проект растет за счет того, что привлекает клиентскую базу, соответственно, по мере роста клиентской базы и захвата ниши рынка.
И нужно тогда всегда учитывать, что стоимость IT-системы, она достаточно небольшая, масштабироваться может не ограничено. Поэтому следующие этапы раунда финансирования для экспансии, скажем, на глобальные рынки, они уже будут нести скорее маркетинговую нагрузку, чем технические. В этой связи, допустим, инвестор первого раунда, если говорить по первому раунду, то это может быть скорее или бизнес-ангел, или какой-то, ну скажем, инвестор из IT-сектора, который понимает, как дальше следующий раунд работать. То есть здесь, в принципе, может быть венчурный фонд. То есть национальный, инвестор вполне себе может это рассматривать. Поскольку мы эту модель, вот именно в концепции онлайн-биржи, ну, можно так выразиться, родили не так давно, мы еще, в принципе, эту информацию не успели потом донести до, по сути, наших тех инвестфондов, с которыми, в принципе, ранее общались. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время через различные информационные каналы, мы в том числе и здесь для этого, чтобы проинформировать возможных заинтересованных инвесторов о интересном проекте, который, особенно с первой стадии, тут заходит очень хорошо, может мультипликатор сработать. Мы здесь будем медленнее, чем 10 раз этого не будет, потому что доработка эти системы, а дальше на ее основе практически неограниченные маркетинг. Считать маркетинг можно уже отдельно, это следующий раунд, следующая финансовая модель. Ну, то есть здесь уже как бы разделяется техническая составляющая. То есть можно понимать, что здесь таким чувствительным звеном является промоушен. Да? То есть это как на сегодняшний момент основной вопрос и при этом основной необходимый фактор для того, чтобы эту систему перевести от некой там, критической массы минимальных пользователей до масштабирования в, общем, в тех масштабах, которые вы... Я приведу просто пример. Мы недавно свою систему, которая используется у нас сейчас на заправках, мы предложили для инвесторов собственный маркетинговый комплекс. И для того, чтобы мне практически нулевую долю всех КЗС России, Украины и там, допустим, я не уверен на 100% Казахстана, мне это обошлось интервью в профильном журнале, но сущие копейки. Соответственно, рычаг информационного канала в B2B очень низкий затрат, потому что мы знаем свою целевую аудиторию как по линии ЗЭС, конечное количество владельцев, топ-менеджеров ПЗС, точно так же на политике транспортной компании. И совершенно спокойно можно из другой базы данных практически проинформировать, оценить профильные выставки. То есть маркетинг, он в этом смысле низкозатратный. Самое главное, если есть канал притяжения, то есть интерес со стороны пользователей, как на одной стороне заправок, перевозчиков, они сами критикуют. Здесь особо сарафанное радио сработает. То есть здесь самое главное должна быть логика выгоды. То есть если всем выгодно, значит они сами. Здесь тоже вопрос, кто является, собственно, основным выгодоприобретателем этого проекта. Каким образом вы будете контролировать, сохранять баланс между ритейлером и потребителем? Здесь самое главное, что и АЗС в профите, и транспортной компании в профит. Что сейчас происходит? Если вернуться на 10 лет назад, то посредники, они совершенно неправильные. Вот посредники, они имеют достаточно четкую и существенную для топливного бизнеса маржу до 10%. Это очень приличная часть денег, которая вымывается между транспортными компаниями и поставщиками топлива. Если эту часть, ну, по сути, оставить в экономике транспортного бизнеса и заправочного бизнеса, они будут очень заинтересованы, это очевидно. В чем главный секрет? Прямое ценообразование. Цена АЗС для транспортной компании никак не преломляется, она не зависит. Это главное правило дизельмана. Соответственно, выгодоприобретателем являются все. А комиссия справедливая, которая определяется на самой площадке Дизельмарк, она определяется текущей конъюнктурой мелкооптовых цен, в котором заправки покупают топливо и поддерживают через математические алгоритмы, через статистику, через там, достаточно
достаточно на сбор больших данных, поддерживает так, что учитывает текущую рентабельность заправок. Потому что в разных регионах России и вообще в мире, в разных сезонах очень сильно колеблется, там, допустим, от 0 до там, 20%. А, допустим, делать некую универсальную ставку в круглый год, это как раз есть то, что сейчас вот эти принципы работают последние. И вот это происходит понятие гибкости, если угодно. И она подстраивается под текущую ментальность. Соответственно, если заправка работает практически в ноль, то в онлайн-бирже не будет там с нее брать какие-то сверхдоходы. Естественно, она будет подстраиваться. Но когда заправка в хорошем плюсе, значит, можно немножко честно поделиться. Но опять же, за него выбор. Но самое главное, что транспортная компания имеет ровно ту цену, которая выставила здесь. И когда будет выстраиваться маршрут, те цены, которые лучше, и цены. Ну, я вот сейчас не буду говорить о качестве топлива, который как фактор в этом участвует, потому что это будет слишком долго. Ну, на самом деле, там все достаточно более много факторов. А как это увязывается с действующими программами лояльности, которые существуют у основных производителей? Ну, во-первых, программы лояльности, они в B2B не работают, они работают в B2C. Я сразу говорю, что мы B2C не касаемся. Во-первых, B2B на несколько порядков более емкий. Во-вторых, B2C, он, как я на репетиции сказал, что все мы заправляемся, на самом деле никто не придает значения, там, на рубль дешевле, рубль дороже, потому что 50 рублей на баке, ну, никого особо не беспокоит, потому что там куда-то ехать, что-то выискивать. То есть программы лояльности в топливном секторе, они, ну, скорее такие, интересные. То есть проект ограничивается B2B? Безусловно. Спасибо. Еще зал вопрос один. Сейчас я микрофон. Представьте. Меня зовут Леонид, корпорация развития Республики Крым. Если позволите, я работал в топливной рознице. Мне интересно, мне очень интересен ваш проект. У меня два вопроса. Вопрос первый. Скажем так, региональные операторы и вертикально интегрированные нефтяные компании, у них все-таки разная экономика в рознице и в мелком опыте. Насколько это учтено? И второй момент. Во многих регионах, если этот проект ориентирован на транспортную логистику межрегионально, топливная розница является оглядом качества. То есть влияет качество топлива. Если мы вовлекаем в эту систему, а это было бы интересно, если региональные компании, то основной критерий выбора, собственно говоря, там марки, да, иногда этим критерием выступает качество. Как вы ответите? На самом деле, вот я специально сейчас поставил слайд, где один из конкурентов, собственно говоря, это конкурент, это некая близкая, скажем так, бизнес-среда, которая работает с конечными перевозчиками. И мы имеем здесь два варианта. Эмитенты топливных карт как посредники и АЗС со своей клиентурой. Если мы говорим о винтах, то мы имеем в виду второе. Но мы имеем в виду то, что если когда небольшая сеть АЗС, клиентура всегда локальная. Если мы говорим о винках, это всегда лоскутное одеяло, если взять в стране. То есть в разных регионах разные винки представлены совершенно неравномерно. То есть это вообще известно. То есть с одной карты «Газпромнефти» вы не проедете дальний рейс, потому что где-то вы встретите, что их там нет. А, соответственно, этим пользуются как раз посредники, потому что они как бы являются большим агрегатом. У нас тоже есть компания, я показывал слайд с карты страны, то есть у нас ровно то же самое. Есть и винки, есть и независимые, и после того, что там сеть из одной из этих, даже не сеть, просто точечно. То есть здесь на самом деле достаточно широкий выбор. Но когда мы говорим о винках как, скажем, партнера дизельмарки, это, естественно, уже возможность устанавливать конечную цену для транспортной компании. Но будьте добры, конкурируйте на равных независимых. То есть система выберет, если у «Газпрома» будет дороже, ну, качеством я сейчас отвечу на второй вопрос. Как правило, у «Винков» дешевле. Не факт, потому что независимая, имея инструмент установки прямой цены и зная, что эту цену никто не превратит там, ну, в
историю, когда они дают еще больше. А монопольно. Ну да, а здесь получается строгое правило. То есть вот если вы поставили 10 рублей, ну, по каким-то своим принципам, вам нужно срочно деньги, просто распродать там топливо в конце ноября летнего, где-нибудь в субботе, которое там нужно просто быстро продать. Вы ставите его там, например, по 10 рублей, естественно, система его выберет, и вы его продадите. И никому не будет интересовать, что рядом есть там по 35. Соответственно, здесь идет равная конкуренция между рынками, на каких-то участках трассы и независимость заправки. Хотя все понимаем, откуда берется топливо, что это НПЗ винков, но мы понимаем, что сами винки покупают либо через дырку, либо через там, среднеоптовое звено свое. У них там есть тоже определенные, скажем, пороговые значения, они на самом деле не имеют там особо возможности падать в цене. Мы это знаем, допустим, как это работает. На то она и вертикально интегрированная, что там одно звено крупное, оптовое, и, допустим, следующее звено, они совершенно работают по своим разным правилам. Это достаточно такая забюрократизированная структура. Поэтому у независимых появляется возможность очень даже гибко подходить. Естественно, онлайн-биржа — это не просто так калькулятор, который позволит нам три действия. Я показывал слайд, у нас ребята из МГУ подключены, потому что алгоритм очень сложный. Логика достаточно серьезная, и именно научный подход математически в основе лежит. Потому что ну, вот, на калькуляторе это так не делается. Это очень серьезная вещь. Я думаю, ответ получен, а вопрос должен. А второму я отвечу, потому что я начал отвечать. Дело в том, что именно фактор качества, как один из фильтров, наличие, грубо говоря, там, стоянки, охраняемые, там, это все прочие, скажем, фильтры, которые транспортная компания может задать и построить по маршруту. То есть менеджер отправляет машину в рейс, он говорит, что ему нужно на каком-то участке, чтобы водитель мог переночевать. Но возвращаясь к качеству, это вторая ступень, естественно. И он говорит, что если он будет заправляться там дистиллятом газоконденсатным по 29, то это не то же самое, что, допустим, Евро-5 по 35. То есть это, конечно, будет, мы говорим о, по сути, разных товарных единицах. Эти параметры будут вводиться там с паспорта качества. Да, обязательно. Паспорта качества плюс некая, допустим, некая обратная связь. Как обратная связь, я хотел предложить, что, например, люди, которые у вас, то есть компании, которые уже являются оператором этой системы, они, например, могли бы оставлять отзывы. Ну, форум, естественно, да. Все просто. Но здесь еще вопрос, что можно сделать независимый некий аудит, когда, допустим, слепые проверки или наоборот плановые проверки с паспорта качества на самом деле выложены в личный кабинет, когда их все видят. И если что-то не совпадает, это ответственность, вплоть до исключения с биржи, а тогда сами работают. Вот на самом деле. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, это самая такая глубокая презентация была вообще проекта. Спасибо большое.